Площадка перед входом в кинотеатр «Искра» каждый вечер превращается в поле азартных баталий. Мероприятия, в которых может принять участие любой желающий, организованы клубом настольных игр «Meeple» и объединяют поклонников этого занятия. Инициативу поддержало руководство Видновской дирекции киносети. Шахматы, шашки, монополия – вот с чем у большинства ассоциируются настольные игры. Но этот мир намного разнообразнее и сложнее. Убедиться в этом можно, посетив неформальное мероприятие у «Искры». По словам участников, несмотря на сложные правила, новички довольно успешно осваивают стратегии, хотя непосвященному человеку задания, которые должны выполнять игроки, покажутся весьма замысловатыми. Вы можете выполнить особое действие охота, даже если вы выложили на него жетон выполненного действия. Ранение. Нанесите одно повреждение героя и выложите жетон. В этот раз участники на двух столах сражались в играх под названиями «Владыки Эллады» и «Плотина». Но вообще разнообразных настолок великое множество, а продолжительность партии может составлять от 20 минут до нескольких часов. Особенность этих игр в том, что наблюдать за событиями не менее интересно, чем принимать участие в баталиях.